Приветствую! Сейчас у нас очередной обзор товаров с AliExpress. На этот раз это набор для системы безопасности умного дома от компании Kerui. Данные датчики работают в системе умный дом Tuya Smart. У продавца заказал такую комплектацию. Здесь должны быть датчики движения, датчики открытия, Wi-Fi камера и датчик дыма. Будут ссылки в описании на разные комплекты. Давайте смотреть, что внутри коробочек. Начнем, пожалуй, с маленькой белой коробочки. Смотрим, что внутри. 3, 4, 5. 5 датчиков открытия, а это 5 магнитов. То есть датчики открытия можно в любое место на двухсторонний скотч прикрепить и магнит рядом. Как-то так будут срабатывать. Также на двухсторонний скотч, либо саморезы. Смотрим, что там у нас. А внутрь нужно установить батареечку. Наверное, 23А батареечка маленькая. Это плохо, что нет в комплекте батарейки, либо аккумулятора. Смотрим на внутренности, легко очень разбирается. Здесь видим геркон, который замыкается при поносе магнита. Антенка по радиоканалу, скорее всего, связывается с базовой станцией вот этой, Wi-Fi. Это датчик движения, также служит шлюзом. Разбирается слишком просто, я бы сказал. Сразу отметим недостаток небольшой, это в размере. Вот сравните датчик Макара, датчик открытия как по размеру. И датчик Kerui. Можно было поменьше сделать. Поразобрались с датчиками открытия. То есть можно настроить охранную сигнализацию. То, что по открытию окна, либо двери срабатывает сирена, приходит оповещение. Вторая коробочка, это должен быть датчик дыма. Два дюбеля, два самореза. Две инструкции целых. Не пожалели. Да, почему-то две одинаковых. Ну ладно. Рекомендации по установке. Основные параметры: нужна одна 9-вольтовая батарейка, ток меньше 10 микроампер в режиме ожидания, аудио оповещение 80 дБ, частота 433 МГц, мощность выходная 10 дБм, модуляция ASK, диапазон рабочей температуры минус 10, плюс 50, влажность от 10 до 90%. Так вот он выглядит, здесь основание нужно закрепить. Место под одну батарейку крона, типа крона. Можно использовать либо обычную батарейку, либо перезаряжаемый аккумулятор использовать. Есть 9-вольтовые ZNTR, например, аккумуляторы. Ссылка будет в описании. Кнопочка для теста, логотип Kerui, отверстие для захода дыма. Также просто, я думаю, разбирается, да? Посмотрим на внутренности. Антенка, модуль связи 330 МГц. Пищалка вот здесь, такая большая. Модуль для улавливания дыма. Сделана, в принципе, плата качественная. Дальше посмотрим на Wi-Fi камеру. Внутренняя Wi-Fi IP камера. Напряжение питания 5 вольт. Пишет в HD. Есть функция определения движения. Карта памяти поддерживает. Ночное видение инфракрасное. Wi-Fi 5 ГГц не поддерживает. 2.4. Поворотная камера еще. Широкий угол обзора. Сделано в Китае. Продавец молодец, положил карту памяти на 32 гигабайта целых. MicroSD на 32 гига. Сделано в Тайване. Так выглядит сама камера. Здесь антенна. Двухстороннюю голосовую связь поддерживает. Карту памяти. Инфракрасная ночная подсветка. Может поворачиваться вверх-вниз, влево-вправо. Практически на 360 градусов. Лежит инструкция по добавлению приложения Tuya Smart. Ну, здесь все просто. Адаптер даже положили. Молодцы какие. На 1 ампер 5 вольт. Обычный адаптер с евровилкой. Это хорошо. Шнур. Micro USB. Длиной около метра. 2 дюбеля, 2 самореза. Скрепочка для сброса. Еще какая-то байда для крепления. Вот здесь вот можно накрутить и крепить камеру. Вверх можно к потолку прикрепить. Можно вот так прикрепить. Можно вверх ногами. Есть функция поворота. Ну, прикольная камера, конечно. Нет, площадками контактными к голове камеры. Камера может также оповещение при обнаружении движения отправлять. Датчик движения, он же Wi-Fi шлюз, может управляться с пульта, может звенеть. В коробочке еще две коробочки. Сам шлюз, он же датчик. Вверху три кнопки, сзади microSB. Так он может поворачиваться. Дальше инструкция. Инструкция на английском. Адаптер еще один положили. 5 вольт, 1 ампер. Micro USB. Тоже около метра длиной. Два самореза для крепления.
Это пульт управления. Внутри уже батарейка стоит, это радует. Двухсторонний скотч 3М. И еще было в комплекте два датчика движения. Вот так вот они выглядят. Здесь магнит и металлическое основание. Можно под любым углом практически закрепить. Микро-USB. Внутри должна быть батарейка CR2450, но ее нет в комплекте. В любом месте комнаты, у потолка, там у стены. И также отслеживает движение. Основные характеристики. Напряжение питания 5 вольт. Внутренняя батарейка CR2450. Рабочий ток меньше 25 мА. Диапазон обнаружения движения 4-8 метров. 45 градусов угол. Работает на частоте 433 МГц. До 100 метров дальность. Три батарейки 3А еще используются. Также нет в комплекте. Я добавил данную штуку в приложение Tuya Smart. Зажать одновременно две кнопки музыка и вот эту шестеренку. Тогда индикатор быстро замигает синим светом. Жмем кнопочку «Добавить новое устройство», раздел «Другое», коннектор Wi-Fi и следом инструкции. Главное меню управления на английском. Здесь вот кнопка «Выключена охрана», «Поставлена охрана». Вот он срабатывает. Когда движение обнаружено при включении охраны, я поставил просто одну секунду, чтобы он выключался. Режим дома. Здесь можно посмотреть историю, оповещение. Перейдем в раздел настройки. Так, задержка на срабатывание. Можно таймер завести. Можно громкость настроить до 4. Очень громко сирена работает. Время от 1 до 255 секунд. Есть также смс-уведомления. Можно подписаться также на смс-уведомления. Также пульт добавил вот этот. В раздел аксессуары заходим. И ремонт контрол. Жмем кнопочку добавить. И здесь жмем кнопку. И все, он добавляется. Вот ремонт 1. Также с пультом включает сигнализацию. Вот он. Включил сигнализацию. Выключил сигнализацию. Режим дома. Это кнопка SOS. Также я уже добавил камеру. Вот камера появилась в сети. Я отключил Wi-Fi. Здесь плагин. Можно управлять камерой. Крутить туда-сюда. Делать скриншоты. Двухстороннюю голосовую связь. Можно повтор нажимать. Можно записывать видео со звуком, без звука. Можно посмотреть предыдущие записи, настройка хранилища, запись на карту памяти, непрерывно можно записывать, можно запись событий, можно по графику добавить, можно повернуть изображение, водяной знак, двухстороннее аудио, можно также облако докупить. В принципе, камера неплохо снимает довольно. Сохраняет сразу на телефон, либо на карту памяти. Оповещение при обнаружении движения можно настроить. Чувствительность средняя, низкая. Можно отслеживание движения включить. То есть камера будет следить за движущимся объектом. Вот она сама поворачивается. И также оповещение приходит, что что-то обнаружено. Вот оно записалось в видео. Неплохое качество. Такой вот комплект для безопасности умного дома от Керуи. Довольно интересный набор. Из достоинств я бы отметил демократичную цену. Вы получаете целый комплект для безопасности умного дома. Дополнительно ничего покупать не нужно, кроме батареек, естественно. Ссылка для заказа данных датчиков будет в описании к видео. Также ищите в описании промокоды на скидки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.